Чита – единственный город, в котором применяется двойная система правления органов местного самоуправления. Представительская власть – это Евгений Ярилов, а исполнительная власть в руках сити-менеджера Инны Щегловой. Поменять эту систему предложил Мингроб – Министерство развития гражданского общества Забайкальского края. С марта этого года началось упразднение двоевластия. Глава городского округа избирается из кандидатов, представленных конкурсной комиссией представительным органам, то есть в частности Думы городского округа, и возглавляет местную администрацию. Простыми словами, должен быть мэр, и он должен быть один. Разделение власти, по мнению того же Мингроба, раздражает общество. Люди порой не понимают, в какие двери им стучаться с проблемой, а это, в свою очередь, усложняет решение вопросов горожан. Соответствующие изменения уже принял краевой парламент, теперь самое время обсудить это и городским депутатам вместе с жителями Читы. Речь идет о возвращении и слова, и физической должности мэра города Читы. Речь идет о сосредоточении всей полноты муниципальной власти в одних руках, в руках мэра города Читы. Выбирать будут депутаты. Вот главу города меня вот конкретно избирали депутаты, но в настоящее время у нас глава города исполняет полномочия председателя Думы. По новой конфигурации глава города будет руководить исполнительной властью. Это вот категоричное различие. Ясно одно, мэр скоро будет один. А вот кто займет мэрское кресло, вопрос пока остается открытым. К слову, на публичных слушаниях нашлись и несогласные с новой системой выбора кандидата на эту должность. И что будет с сити-менеджером Щегловой, если мэром города станет кто-то другой? Она может досрочно сложить свои полномочия из-за изменений в устав города и отмены двуглавия. Мы избрали нового главу города. Это оказалось не Инна Сергеевна. А Инна Сергеевна говорит: ребятки, а у меня еще год вами руководить. Как будем в этой, скажем так, правовой коллизии разбираться? Здесь нет коллизии. Как я уже сказала, это основание для досрочного расторжения контракта, независимо от его срока. Ну, насколько я знаю, сейчас у нас в Думе проходит уже второй год уникальная вещь. Один из юристов Думы, Евгений Витальевич, увольняет. Она через 3 месяца возвращается через суд. Увольняет, возвращается. А мы на эти грабли не наступим второй раз? Мы находимся же сейчас на общественных слушаниях. Вы здесь находитесь. Находятся жители города Читы. У нас видео есть, фиксация. Я вам говорю о том, что не наступим. А в том случае, если у нас будет избран глава города, мэр города по результатам конкурсных процедур, я слагаю свои полномочия. В этом вопросов нет никаких. При выборе нового мэра Щеглова обязана будет досрочно сложить свои полномочия. А новый руководитель города будет определен путем муниципального конкурса. И тут снова подняли вопрос о прямых выборах мэра. По мнению некоторых, выбирать его должны люди, а не депутаты. Осенью состоятся выборы нового состава депутатов. Почему бы к ним не приурочить старую добрую традицию? Выборы мэра, извините, губернатора выбирать будем, президента выбирали. А мэр-то чем, хуже или лучше? Почему бы его не выбрать всенародным голосованием? Есть пока еще, вот он, живой перед вами сидит глава города, который здесь председательствующий еще на публичных слушаниях. Я веду эти слушания. Я с удовольствием предоставлю слово любому, кто это слово попросит. Самостоятельно никому я не разрешаю выступать без моего разрешения. Теперь мое личное отношение к прямым выборам мэра. Оно было бы 100% положительным, но только в случае, если бы существовал квалификационный фильтр. Я об этом говорил публично, еще раз сегодня скажу. Есть очень серьезное опасение, что при прямых выборах мэра без квалификационного фильтра мы имеем возможность получить высшее должностное лицо города, но, скажем так, с недостающей квалификацией. Да? Мы обсуждаем изменения в устав города в рамках того, что принято законодательным собранием. А мы начинаем полемизировать, кто лучше, кто хуже, кто откуда вылез и кто туда залез. Может быть, мы все-таки вернемся к предмету обсуждений и уже будем, если есть вопросы или выступления по уставу, ради бога, но если уже нет ничего, есть рекомендации, будем переходить к принятию рекомендаций и заканчивать этот балаган.
И снова публичные слушания превратились в балаган. В конце этого представления глава городского округа Евгений Ярилов предложил проголосовать присутствующих путем поднятия руки вверх. Переходим к процедуре голосования. Кто за то, чтобы принять рекомендации, предложенные рекомендации, публичные слушания? Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Кто против? Считаем. Посчитали. Кто воздержался? Тоже посчитали. Большинством голосов предложенный проект рекомендаций утвержден и будет направлен в профильный комитет. Публичные слушания объявляю закрытыми. Спасибо. Я считаю, что тогда лучше бы оставили то, что есть. А как говорит опять-таки Евгений Витальевич Ярилов, ну давайте попробуем. Ну, я считаю, что краевой центр город Чита – плохое место для экспериментов. Если это будет избранный всенародным голосованием мэр, и пусть это будет Инна Сергеевна, никто не против. И тогда всю полноту власти дать ей и с нее потом спрашивать. Вот это абсолютно было бы верно. Так или иначе, но большинством голосов рекомендации были приняты, проект направлен в профильный комитет. Еще немного и Чита увидит своего нового и единственного мэра. Кто им будет? Инна Щеглова, Евгений Ярилов или совершенно иной кандидат? Узнаем уже скоро. А что думаете вы? Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, Иван Дементьев, ЗапТВ.